Здравствуйте, друзья и гости, с вами Елена. Предлагаю вкусный, полезный ужин за 10 минут. Нам понадобится филе куриной грудки, сыр тофу и капуста брокколи. Куриную грудку делим на две части, поливаем соевым соусом и посыпаем сухим чесноком. Сбрызгиваем оливковым маслом. Нарезаем сыр тофу и сбрызгиваем оливковым маслом. Капусту брокколи разрезаем на соцветия и обжариваем на растительном масле 5 минут. Соль, перец по вкусу. На гриль выкладываем курицу, сыр и жарим 5 минут. На сервировочное блюдо выкладываем капусту, курицу, сыр. Это вкусно, сытно и очень быстро.